Всем привет! У нас уже вот такая вот зима. Ага. Сейчас будем пробовать заводить его. Тайску, но надо цеплять. Отвал, не знаю, наверное, не будем. Сейчас заведем такие нюансы. Просмотрим. Значит, проволочки все. Кошмар. Так. Минус где-то 2-3. Сейчас. Слабенький аккумулятор. Я думаю, что заведется он, не заведется. Сейчас посмотрим. Вон. Фару надо сделать заднюю. И сейчас еще покажу. По случаю купил я дополнение к нему. И сейчас будем ставить. Покажу. Так, ладно, смотрите. На нем лысоватая резина. Думаю, все-таки я куплю цепи заводские на него и поставлю на зиму, чтобы он у нас греб снег с цепями, чтобы не было проблем. Блокировка у нас работает. Задняя скорость что-то рычит. И он верхний фонарь надо поменять. Автопоезд купил, валяется, а поставить некому. Так, ладно. Его переставлять надо, чтобы можно было греть, а то сейчас хрен его еще заведем. Чего ты? В общем, на самом интересном месте сели батарейки. В общем, закрываем заслонку воздушную. Крутит, дымок пошел, и тяжеловато, но завелся. Его надо переставить на подогрев, и тогда с подогревом будет нормально заводиться. Ну, Мишенька, лишь бы жопу, блядь, погреть, на. Как фамилия? Моя фамилия очень известная, чтоб я ее вам называл. Вот так, бля, вопросов нету, но. Давай. Забыл, где сцепление? Как собрался-то? А, поеду вообще. А где груза-то? Я здесь поставлю. Ну давай здесь, а что его? Какая разница? Я В общем, проговорился я на видео. Купил я по случаю груза. Ну, наверное, комплекта маловато, чтобы ощутить увеличение сцепного веса. Но все равно я думаю, что это будет плюс. Причем я их взял по, можно сказать, по халявной цене. За 5000 рублей комплект. И я думаю, что сейчас не найти за такую цену задних грузов. Ну вот по случаю мне привезли, хрен знает откуда, я не помню, с Бежецка или с Красного холма, но очень далеко там, нарочными, тирарочными, в общем, вот так вот. Ладно. Что-то у нас тяга сцепления прыгает. Надо посмотреть выжимной. Да, и масло капает, трубка сейчас, наверное, разберем. Перетерло, мне кажется, вот, видно будет, видно. Да, перетерло, вот, стоит площадка, вот трубка. Да, сейчас ее будет геморройно еще снять, она... Хрен знает откуда и куда. Сейчас будем что-то думать. Так, осталась у нас вот эта сторона. Фокус в чем, что сюда идут специальные вот эти
я их называю мебельные, ну не я их называю, они и есть мебельные болты, но фокус в том, что такого диаметра не найти, и их только заказывать. Приходится ставить простые, но это особо роли большой не влияет, влияет только время. То есть они сзади начинают гнить, и их потом тяжело открутить. Ну, болгарка в помощь, и все решаемо. Ладно, механон. Они легкие, Мишка он одной рукой тянет на. Ага, легкие, блин. Они, короче, каждая по 20 килограмм. Легче мешок, Миш, разорвать. Ага. Главное, у нас мешков много, ну. Да? Этого говна достаточно. Так. Ладно. Ближе к процессу начнем съемку тогда. Смотри. Так, у нас весь инструмент готов. Значит, полез я в попу мира. Механик мой второй начнет пихать. Прижми к диску. Прижал? Погоди. Блять, однорукий. Пнется что-то. Ну что, на? Если я говорю, прижми, а я ставлю. Не очень удобно одному, но... Оживил? Нет. Да что ты, блядь? Да наживи ты, Миш, чего ты? Бим тоже недоволен. Холодно. Холодно и холодно. Ты полезешь, ну давай. Смена позиции. Теперь кто-то сверху, кто-то снизу. Так, сейчас мы просто наживим все четыре. А потом Мишка с ключом там пролезет. А, мне одной рукой не поднять. Да это техническая грязь, она не заразная, Миш, так что мы его свезем на мойку и вымоем всего на эвакуаторе. Да? Ты прицеп он засади к граблям туда на, а его туда поставь. Прицеп надо будет. Ну так или во двор загоняй на. Ну чё, давай болт. Отсюда. Горбатый. Гайку отдай. Так, я вижу отверстие. Не рабочее. Ну вижу. Ну что ты... О, блядь. Уёб. О, нашлась пропажа. Бил, чего они тебя? А, чего? Тоже помогаешь. Холодно. Сейчас, бычок, пойдем. Да наживил так-то и все. Сейчас все равно лезть. Так. Хобот надо сделать.
Так. Приподнимаем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, однорукий, блядь, ну однорукий, не выживляется, ёп. А, ты даже во как, бля, обнял колесо. Давай я. А этот затягивается, не прокручиваясь. Вот проблема в этом, что они там начинают прокручиваться, а мебельный как бы не прокручивается, верхний, Миш. Вот и вся разница в этих болтах. Так что как-то вот так, надо будет проехаться и еще раз посмотреть. У многих их нету, но я считаю, что если есть возможность, что не взять. Все, Миш, давай, следующий. Нижний, да. А, блин, сейчас еще камеру разобью. Аж больше 10 лет со мной. Так. Ну вот, сейчас еще отогнем трубку, посмотрим, как есть возможность ее поменять. Давай, все, верхний. Так, ну вот, в принципе, и все. Все, Миш. А, инженер проверяет. О, ну ты диск-то не тяни, да он нормальный, его прокатиться надо и посмотреть. Ну, груза повесили, оно и, видишь, и продавилось. Я сейчас на почту съезжу, отправлю посылку, на, убирай. Ладно, все, вроде.